В зале городского театра в этот день можно было смело падать в обморок от нахлынувших эмоций или восторга. Рядом были десятки тех, кто, не задумываясь, кинулся бы на помощь. Лучшие врачи, медсестры, бригады скорой медицинской помощи сегодня сменили свои привычные халаты на нарядные платья и костюмы. В годы Великой Отечественной войны она поиграла ответственную роль города-госпиталя. Здесь нечеловеческим трудом врачи и санитары поставили на ноги тысячи советских бойцов. Сегодня лучшие традиции отечественной медицины продолжают более 5000 врачей, работающих на нашем курорте уже в мирное время. Это призвание, потому что можно быть профессионалом, можно быть мастером. Это требует любая профессия. Но именно ваша требует еще самоотдачи, выдержки, какого-то нечеловеческого терпения, милосердия. Еще много можно слов говорить, что должно быть собрано в одном профессионале от медицинской отрасли. Поэтому я в вашей созидательной профессии желаю вам профессионального успеха, карьерного роста. Я желаю вам слов благодарности от нас, ваших пациентов, клиентов, от простых людей. Потому что именно в ваших руках самое ценное – это здоровье и зачастую жизнь человека. Звезды медицины блистали на сцене в различных номинациях. Врач редкой профессии Сусанна Зайцева, лучший доктор курорта Ирина Лобастова, лучшая медсестра Светлана Айропетян, молодой профессионал Юлия Долгушева. Номинации «Спасение года» Наталья Гончарова и Денис Чуб, принимавшие роды в горах в районе Малого Утреша. Номинации «За верность профессии» отметили фельдшера из хутора «Красный курган» Лидию Ковалеву. И по традиции песня-гимн в исполнении Василия Христофоровича Лобова, получившего награду в номинации «Золотой фонд здравоохранения Анапы». Почетными грамотами Министерства здравоохранения края и главы курорта Сергея Сергеева отметили сотрудников городских и сельских больниц, санаториев, пансионатов. Это лучшее в мире призвание – охранять нашу хрупкую жизнь. Будет утро добрым, станет день светлее. Не болейте, доктор, мы за вас Они всегда рядом. Без сна и отдыха ставят на ноги своих пациентов. Спасают жизнь, учат нас милосердию и самоотверженности.